Йоу-йоу-йоу, а спонсор ролика сайт warnet.ws. Здесь ты увидишь самые свежие новости интернета. Всегда качественный контент, ежедневные обзоры самого интересного в интернете. А также новое видео, софт, музыка и приколы. Рекомендую, ссылка в описании. Трр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 r В сентябре буду в Питере. Я думаю. Будет тур по России. Сейчас все решает. Подтверждается. На этот раз будет тур. Настоящий тур. Любви. Окей, бруда. Das gefällt mir. Ich fühle mich nicht mehr nur, wer eher so wie ein, weiß nicht. Hund. Alter Hund. Aber ist okay. Lag ja Hund. Мой единственный оппонент допизделся. Пензу. В Пензу по пути обязательно заеду. Обязательно. Тебе что-нибудь привезти из Пензы, братик мой? Показывай. Напиши мне список. Тебе перевезу что-нибудь из Пензы, что-нибудь. Что-нибудь из Тулы. Только не просить самовар. Я помню, кто-то просил самовар привезти с собой. Я такой, типа, а, Ваня, поехали, заедем за самоваром. Ваня, ты что, ебанулся? Знаешь, сколько стоит самовар? Блядь, это что, в 2011 году было? Я говорю, ой, блядь, какая нахуй разница бы в России, сколько стоит самовар? Да-да, ну поехали. Заехали мы в самовар купить. Посмотрел на эти цены, и в 2011 году я охуел, сколько стоит самовар хороший. Привет, Лондон. Привет, Тула. У меня глаза нет. Я из Казахстана. У меня есть два режима, два модуса. Это у меня сейчас казахстанский режим. Это русский. Нет, я не болею, просто отдыхаю. Хороший самовар, Вадик. Вадик, от косаря. Евро. Евро. Ручной работы, прям такой хороший, хороший. Ручной сборки. Hi Christian, ich bin morgen da. Ich muss morgen meinen Pass abholen, schnell. Vormittag fahr bei Dings vorbei. Bei Saturn, wegen der Farbe. Dann fahre ich meinen Ausweis abholen, meinen Reisepass. Fahr bei T-Shirt noch ein paar T-Shirts abholen. Obwohl ich eigentlich viele T-Shirts habe, aber ich will für mich ein paar andere. Und dann komme ich irgendwann. Gegen Mittag bin ich da. Ich versuche es früher natürlich, aber gegen Mittag bin ich da. Ich war heute da. Ich bin erst nach Hause gekommen. Ich war heute den ganzen Tag. Übrigens habe ich alle aufgeräumt, Müll rausgetragen und
deine Liege und deinen Stuhl aufgeräumt. Lack, ja, was, Land, Reisepass, ja, muss ich morgen abholen, ja? Bei dieser Botschaft, diese russische Friedrichstraße, Digga. Muss ich abholen, meinen Ausweis. Haben Sie angerufen, ja, letzten Donnerstag schon? Da dachte ich mir, Lack, hast du gesagt, Montag, ich komme Montag, Alter, fahr ich doch nicht Osten jetzt nochmal. Du weißt doch, wir waren da schon mal spazieren, da wo du essen wolltest und wolltest nicht bei die Schickimicki Bonzen essen, wolltest du ganz normal essen, so, ne? Diese Gegend da in Osten, Alter. Bonsoir, mon ami, mon amour. Спокойной ночи, человек. Я, кстати, сейчас говорил, как хач, на немецком только. Да, ну, знаешь, мы как-то ржали, когда начал рассказывать, что бабушка у меня из Одессы. Папа у меня из Казахстана. Мать у меня еврейка. Дедушка у меня из Кавказа. Вот, а я живу в Германии, делаю рэп на русском, сука. Мы охуели все. Вот, поэтому я могу быть хачом, мамбетом, жидом, фашистом. Кем захочу. Гуден Ахт. Я ебанутый. Чувак, еще одна новость для тебя. Земля круглая. Ну да, бабушки задеться, так что я их охол даже где-то чуть-чуть. На, на. Бомбет, да. Часть семьи с прохладного. Кавказ, Кавказ. Дед был в Грозном. Что приобрести через меня в Берлине? Наркоту, что ли? Вообще не по адресу, чувак. Чего сделать, чтобы приболел? Когда ты вырастешь, сынок, у тебя тоже будет мужской голос. Письмо гостя. Ваня Царь жив и надеюсь, у него все хорошо. Подписывайтесь в Инстаграм к нему, и вы будете знать, что он делает. Он довольно-таки регулярно выставляет что-то. Тебя тоже люблю. Зайчка. Ja, man, Praktikant sind super, Alter. Die ist gut. Die hat super Sachen auf Bananen gemacht. Das bleibt ein Insider zwischen uns drei. Привет. Можно забиться только на этой неделе до пятницы. Потом времени нет, так что выбирай понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Тифес твою мамку байтит, чувак. Ты бесит меня.
Мой любимый мушкетер. Бог знает. Д'Артаньян мне всегда нравился. Я не полечу, я поеду, братан. До 19 или 20 посмотрим. Что, реально, что ли, батл вышел, пацаны? Сейчас читаю Буковский. На русском, по-моему, она называется «Дальше будет хуже». Там про его детство. Так, ладно, я пошел, батл вышел. Салам.